Так, что тут у нас? Ну, хотя пока не нажму на эту кнопку, не узнаю, что тут у нас. Ну-ка, 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 ну-ка. Оу, Chaos Knight. Chaos Knight. Ну, на самом деле, нет. Это нет. Это нет. У нас еще и Bounty Hunter есть. Боже, какая же комбинация хорошая. Только не факт, что я буду играть на героя, потому что у нас 6500 мидер, который вряд ли уступит мид. Но сами знаете, если я на миде, то катка не проигрывается. Так что, ну, зря это он. Don't pick... бам-бам-бам-бам. Как там? Greedy course, please. Ну, вот сейчас вот это вот, если они пикнут героев, которые у них при пике, будет очень хорошо. Свен, Темпларочка и вот Морф. Ну, Морф или Антимаг? Да, он в правильном направлении думает. Морф, Антимаг, Джаггер. Идеально, идеально. Отлично. Тысяча 400 групповой? В натуре. Найс. Да, это Тинкер пятой позиции. Все верно. Да, будет весело, наверное. О, там спектра. Да, окей. АМ5 пос. Зер. Trying to counter pick Tinker only. Все, поехали. Ну, это легко будет, сами понимаете. И сейчас на миде Акаша такая встречает Вайпер и... А ММР-то у них равны, значит силы равны, будет учитываться только преимущество по герою. И на нас это преимущество. Так, а что я еще куплю? Значит, ну, тангусики для моего мидера. Кларетки. Так, а может, вот тут вопрос на самом деле. Или лазер брать, харасить у флейнера, или марч и пытаться... Слушайте, это же тинкер нового поколения. Боже мой, я соберу глиммер кей просто и буду постоянно кидать его каждые 3 секунды. Почему раньше никто не догадался до меня до этого? Я вот только не уверен, что мне марш нужен. Ну, по крайней мере, на один его можно взять, в принципе. Так. И... Ракет. Ну, лазер крутой, конечно. Мессы, длительность блайнда, много дэмэджа. Много манок стоит, конечно. Можно в один взять и спамить по 80 дэмэджа. Пиу, пиу, и мессы. Так, отлично. И максить ракетки, правильно понимаю? И буду подходить кидать ракетки. Брать соло ринг и кидать ракетки дальше. Ёб твою мать, это же стра... Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Так. Наклевывается, наклевывается, ребята. Так, значит, берем ТПшечку сейчас обязательно. ТПшечку. И нужен ботинок, но не хватит. Виндлендс нужен? Нет, не особо. Хотя потом Юл будет в итоге. Да, Виндлендс берем, значит. Ну, пожалуйста. Ну, на, пожалуйста. А, у меня нет денег. Блять, нет денег, сука. Так, держи, братко. Я не очень хочу ставить здесь вард. Земелин на меня вкатывается, получает лазер и сосет. Не, враг все, недоумевает. Можно, кстати, здесь вард поставить, хотя буду видеть, когда земелька бегает. Да, так и сделаю. Терпильный, но ничего, нормально. Нормально, нормально.
Но у нас хорошо, что взяли Разора и Вайпера, герои, которые достаточно самостоятельные, поэтому, может быть, все будет хорошо. И, кстати, ракетки очень хороши, потому что на первом левеле много дэмэджа. Блин, тут на самом деле такие скиллы, их бы оба вкачать и оставить на первом левеле. Но с Марчем можно только подкачиваться, поэтому это мне не очень интересует. А вообще, если что, я могу прийти в офлайн. Там аппарат. Такое себе. Блин, хороший дэмэдж, хороший мувспид, неплохая броня, хорошие статы. А чё по приросту? Прирост тоже хороший. Нормальный суппорт, пойдет. И рейнджа, по-моему, 600. 500, но этого хватит. А потом просто под треки буду ракеты закидывать. У врагов регенов особо нет, доджить может только квапа. Остальное норм. Ну все, сейчас шейкером будем фаниться, буду бегать за ним. Правда, приходит земелье и меня убивает, но это другое дело уже. Он с ТП-шкой? Без. Ладно, Разик, в принципе, и сам очень хорошо стоит против мистера шейкера. А я сразу делаю пул. А он против, да? Ну, я предположу, что здесь вард есть, раз он такой умный, хитрый. Ну, видимо, или не здесь, или он просто очень силен. Не, ну вообще мог земелья тэпнуться и поставить где-то вот тут, вот, например, вард, вот здесь. Ну так-то, кстати, лайн отпушился. Вот так вот, сука. Просто застакаю хотя бы. Хотя мне бы на самом деле мелких постакать. Ой, а Разик, ты знаешь, что делать? Мелких постакать, чтобы зафармить их потом. Можно марш взять. Он на первом левеле норм. Да, надо постакать мелких самому себе. Чё пришел? Чё хочу? Иди качайся в лесу своим, подонок. Это что за рофл? Что это за высер, дружочек? Угу. Удачи. Тинкера он пришел харасить. Ой, рофлер. Не, весельчак видно, что на земле играет. Так, окей. Ну, наверное, да. Ладно, пока ботинок не нужен, апнем курицу и возьму марш. Ну вот, смотрите, условный земелья такой приходит меня убивать, да? Я пускаю марш, его действие. Я не знаю. Блин, добивать бы крипчиков. Подонок. Жаль, жаль.
Блин, он стреляет и хилится. Индиго. Я думаю, даже сейчас машинки пущу. Хотя, ладно, что-нибудь убью и нормально. Ну, вот так уже и хочется машин... Не, машинки точно нет. Они слишком маленький прирост дают. А что, да. Ну, ракеты нужны по-хорошему. Там солидный димейдж. Что ты, блядь, хочешь от меня, урод? Алло, крипы-то почему против меня? Блин, это крип на самом деле много обосрал очень мне. Так, а каша уже здесь. Пошли гулять, фаниться. А чё, у нее все. А, ну у нее все, вероятно, плохо на медиа. 7-й левел против 6-го. Ну да, естественно, против Тинкера такой. А, Тинкер на ФП, сейчас я, блядь, возьму все, что мне нужно. Ёбок. Ладно, под базой там что-то тоже качается, левела есть. Так, вот теперь, внимание, вопрос. Что мне качать? Ракетки 200. Ну, ракетки хороши, я уже говорил, почему. Лазер, скорее всего, в этой игре я особо не буду давать. Потому что у врага... Ну, если я подхожу, держу суппорт, я умираю. А лазер можно издалека давать. Че, ультить будешь, сучка? Или у тебя нету? Наверное, нет, она там вайпера убивала. Точнее, разика. Так, ну вообще, кстати, шутки шутками, а транквил я, наверное, приобрету. Кстати, знаю, что сделаю. Она без регенов, пойду пару ракет и кину в ебало. Пускай пригорает.
хоть... Ой, ну почему я марш не пустил? Так, мне бы вот эта штука не помешала. Ладно, я пошел ракеты просто кидать. Это ее немного студит. Не, спектру достаточно просто унижать. Тут я не уверен, что это сдохнет вообще. Опа. Чей лайн? Мой лайн. Не, такого нельзя было пускать. Надо было лететь, наверное. Ну, надо было раньше, естественно, это делать. Так, а сейчас можно с шестым пойти профармить эту вот штуку. Только для этого Soul Ring нужен. Который просто так не появляется без курицы. Ладно, поставлю снизу, потом возьму. У меня проблема в том, что сейчас одни ракетки только в доступе. Что, Окей. Так, сейчас в идеале лайн пропушить снизу. Ну, пожалуйста, жукстер. Блять, они же сейчас все отрегинятся. Блять, он покрутился там, ебаный в рот. Надо что-то на ману еще придумать себе в любом случае. Без урны даже. Кстати, мне интересно посмотреть, как на спектра будет выступать с этим, с... Как
его с Момом. Ну, я думаю, он Мом делает. Oh, yeah. Это тот самый стример, который жаловался, что челики на его рейтинге творят херню. Да, 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 да. Ты все правильно понял. Не, ну ты знаешь, свое оправдание, я скажу, что на самом деле тут можно было, в принципе, и лайн Тинкеру дать какой-то. Но решили, как решили, ничего страшного. Против Спектри, конечно, было бы не очень удобно играть, но возможно. Он, по-моему, меня уже собирался убивать. XD. На барабашке. Так, слушайте, а это сработает? Боже, 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 я могу реармить ТПшки! Ну да, вот она с Момчиком. Ну, конечно, ребят, нам пизда тотальная, но это нормально. Линза нужна еще. Хороший айтем. Да что-то у меня преждевременно все вылетают. Кстати, тут вопрос уже возникает, там, может, марш все-таки взять. Ладно. Пятая позиция, так пятая позиция. Отрабатываем. Ну почему я туда лечу? По-моему, или дерьмо. Так, а что за таланты? 6 к броне, 225 к здоровью. Парни, кто тут танком будет? Сопротивление магии, потом типа такое, оп-оп-оп. Урон от лазера. Ну, на 25-м дерьмо, конечно. Почему я ТПшки сразу не покупаю? Несколько. Ты же герой создан для того, чтобы иметь много ТПшек. Так, у него будет Юльчик. У него не улетишь.
Да, Квапапас, то, что происходило в миде, это, конечно, очень сильно камбэкнулось. Уже за мной выехали, небось. Да-да-да-да-да. Это не работает, он бы обосрался. Опа. Не, ну нам пизда. У нее. А, Яша. Не, нам тут пизда, сори. За спойлер. Это спектра еще даже к игре не подключалась. Будешь, не будешь убивать? Он нихуя не видит, по-моему. Так, ладно, у меня будет глиммер, но у меня будет маленький монопул. Я хочу монопул побольше. Какие бы артефакты купить себе, чтобы был монопул? О, вот. Вот то, что нужно будет потом. Армор, интеллект. Но это... Нет, на самом деле монопол важнее, по-хорошему. Да заебал ты кликать уже. Несколько опасно. Твоей женщине напиток. Спасибо большое, охотник на женщин. Удачной охоты. Армор, по идее, мне кажется, все равно бы не особо не спасал. Блин, ну с такой игрой, конечно, лучше бы вкачал марч. То, что мы не можем никого не зацепить. Драк нету. Так-то хоть лазер бы дамажил не слабо. Очень не слабо. Куда ставить вард? Я не знаю вообще. Блядь, ничего не знаю, ничего не понимаю. У нас, типа, крепкий вайпер. Я вот что знаю. И знаю то, что мне нужно дофермить глиммер. Вот те вещи, которые я знаю. Но инициации зеро. Ну, пик дерьма. И притом я даже не говорю про Тинкера. Ну, Тинкер-то герой пятой позиции. Любой герой пятой позиции не должен быть инициатором никогда. А Джаггер что? Ну, типа Джаггер тоже там крепенький. Ну, а что толку-то на самом деле? Заебало.
Ну, кстати, все. Это... Мне нужно очень в срочном порядке дофармливать себе. Ну, все дофармил, все в порядке. Успокойтесь. Иначе она просто прыгает на меня, и сами знаете, что происходит дальше. Короче, хорошая игра получается. Такая хорошая, хорошая. Пиздец, я мог бы подойти, дать штуку ей. Я мог бы сразу ТП-шку сделать, и он бы не успел убить меня. Ну ладно. Про эту игру можно, в принципе, уже не думать ничего. Но у нас реально такая фановая игрушечка получается. Фановая, такая веселенькая. Почему жидкие лошади выиграли Эгис? Они просто смотрели и грыдут. Скоро ждите от Кротинкера пятой позиции. Эндрю, крепкого здоровья тебе и твоей семье. У тебя лучшие стримы. И смени свой ник на Муфаса. Ты же лев, ёб... Спасибо большое. Такой есть уже. Второй Муфаса не зайдет. Ну это честно, не знаю, мне уже насрать на эту игру, не хочу даже пытаться играть. Если мы и победим, то это ни хрена не... Ну, не нормальная победа, чисто какой-то рандомный папчик, там, знаете, драчки, хаос какой-то и так далее. Надо было максить марша. Ну, знал бы, прикуп же был в Сочи, конечно. Надо было маршить машинки и просто фармить весь лес. Все, в принципе, вся история. Блин, почему я прокликиваю? Странно. Да, лучше бы на ЦК посаппортил определенно. Там хоть аганим есть достаточно интересный. Это этот... Тинкер для бедных в Глимере колдует. И ТП-шечки обычные тоже. Два раза за подпись, а то не поблагодарил ЧСВ, люблю тебя. Сорян, дружище. Спасибо за подписку. За подписку о невыезде. Кап-па. Так. Сейчас наверх. Можно купить сразу 30 ТП-шек и летать, в принципе, почти как Тинкер.
настоящий тинкер, не тинкер курильщика. Так, давай, давай, тинкер Росыч, я в тебя верю. Теперь вот сюда и сюда. Бам, бам. Ну не надо. Ладно, я просто на базу встану, пожалуй. Реально, пускай это быстрее закончится. Да, не самые удачные рандомы. Ну, даже, знаете, это не то, чтобы неудачные рандомы. Тут больше еще тот фактор, то, что... Не всегда люди готовы смириться с тем, что ты играешь на каком-то этом самом... Ну, ты рандомишь тинкер, и тебе никто не отдает позицию. Вот мне почему и не нравится на подобных героях, то что они очень ограничены. Типа, ими только или в мид, или там на изи, что-нибудь такое. Вот, поэтому... ЦК, он такой же. Ну, на ЦК, ладно, на ЦК хотя бы можно типа как бы поромить. Он просто потом достаточно бесполезный становится. Там, что есть? Там есть Аганим, который делает копии союзников. Вот это, в принципе, более-менее норм. Ну, а так, сам по себе, он... Не знаю, мне как-то не впечатляет особо. Ну и в другом случае, вот давайте смоделируем ситуацию в этой игре. Я рандомлю любого другого героя, лучшего суппорта в игре. Я рандомлю Дизраптора, да, начинаю суппортить. Ну, что, разве что-то меняет эта ситуация? У нас все равно герои, у которых нет нормальной инициации, мы не можем нихера делать. Дизраптор, конечно, типа как бы может, но, сорян, этот Глимпс, это не совсем инициация. Только, наверное, против тотальных дебилов это может сойти за инициацию. Блин, враг не ливает. Точнее, враг не ливает, мы не ливаем. Почему-то. Ну вот, типа, бегают какие-то бомжи-фраги делают. Окей. Но любую драку мы проиграем. Это при том, что Спектр даже Радик не решил не делать всем. Вот и марш качается. Что там, драчки? Поехали. Обожаю драчки. Сейчас на байбекнется и ультанет. Минус мораль. Ну да, но тут не только минус мораль, на самом деле. Мне по большому счету насрать, просто я уже подустал, не выспался сегодня. Блин, форстаф еще неплохо было бы сделать. Ну и вообще так-то травела все равно не лишняя на этом чаре. Вот они, артефакты. У нас все дамагеры, все абсолютно. Ну, демон. Так, давай, души, души. Скади, момат. Воу, 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 воу. Надо будет тоже, как на спектре буду играть, попробовать через момчик. Я видел, так играют, в принципе, это же нормальная тема. Она намного быстрее фармит. У Спектры самая большая проблема с фармом. А мом отчасти ее решает. Да и в принципе догонять кого-то норм. Короче, да, надо будет попробовать обязательно.
Блин, удивительно, но учитывая то, что у нас полное отсутствие станчиков, никто даже не делает ни юлов, никаких атосов. Вот реально, как будто по программе люди играют. Я Джаггернаут, я собираю артефакты на дэмэдж. Я Вайпер, я собираю артефакты на... Блять, вот это вот вообще что такое? Чё это? Что это? Классный артефакт очень на вупика, прям топчик. Это мог бы быть, кстати говоря, тот же Атос, например. Здесь у нас что? Здесь тоже я этот самый Hurricane Pike буду убивать всех. Эх, грусть, печаль, тоска. А так, конечно, на самом деле, Тинкер, в принципе, ну, он не очень любит спектру, по понятным причинам. Но, в принципе, в этой игре было бы неплохо достаточно. Потому что, вообще, в принципе, можно и Глиммер собирать. Я видел, как какой-то Тинкер, притом на каком-то турнире был с Глиммером, как раз против спектры. Это нормальная практика. Ну, и еще, кроме Глиммера, у него был там Даггер, там вот Аганим, там Линза, Дагончик, Хекс. Ну, прикольно, короче, герой. Следующего героя зарандомишь, ну да. Да я что-то не хочу пикать. Скучно, когда пикаешь. Задрить одного там. Ну и к тому же, если я буду пикать, то это, естественно, будут оставаться только какие-то суппорты. Потому что мне, честно, впадло очень договариваться со своими тиммейтами. То, что, значит, нужно... Что, нужно, во-первых, лайн себе отбить. Просто задача непосильная. Потому что все, естественно, играют лучше всех. На керри, на мидере, там, на оффлейнере. Вот, и четвертая позиция, естественно, тоже занята. Поэтому остается только суппорт. Как обычно. Вот, нужно что-то или выбить себе какую-то линию. Потом, значит, попросить, чтобы если ты все-таки поймал себе, не знаю, легкую линию, все равно же никто не будет пикать первым. Ну, зачем? Ты ведь показываешь своего героя, зачем пикать первым? Лучше я подожду, ты, типа, пикну потом. Вот. Соответственно, это нужно ждать. Короче, там пиздос. Там дичь. Это столько нервов, мне кажется, тратится на то, что ты в паблике пытаешься тут пикнуть героя себе последним и лайн какой-то адекватный получить. Вообще не работает. Да, лучше зарандомить. Голда это очень хорошо. Но, вот, смотрите, я большинство игр играю на суппорте, пятой позиции. В таком случае, ну, блин, окей. Ну, хотя бы у меня были деньги на там варды курицу лишний, да, и я как бы тоже стартую с почти что с фул голдой. Неплохо. Ладно, все, я подключаюсь к игре внезапно. Какая же пизда, блин. Нажимать было сорин, сдохнул, не хочу. Эй, какой вижен? Ой, уроды. Ладно, на самом деле, что-то никакого желания дальше продолжать. Сейчас, скорее, подобный мусор будет. Что-то эта игра отбила желание. Эта игра показала то, что играть реально не фанчик. В таком случае я сегодня буду заканчивать. Завтра, кстати, тоже, возможно, будет стрим. Просто каждый день. Каждый день стримит. Что творится, непонятно. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо, что смотрели. Желаю вам удачных каток и спокойной ночи. Всем пока.